Скажите, а в зале есть Антон Семенов? Антон Семенов? Ну, наверное, нет, к сожалению. Просто он собирался прийти. Сейчас я объясню. Это молодой человек, который сделал мне подарок для одной из песен, которая ему понравилась. Значит, сделал минусовку. Но не он сам, он его подруга, музыкант. Значит, сделали минусовку, прислали мне. И сейчас будет в какой-то мере премьера песни. То есть песню вы эту уже слышали, но вот в таком варианте она будет звучать в этом зале в первый раз. Еще летит. Спасибо и тебе, и девушке.